Божьи слова на каждый день. Я праведный. Я надежный. Я Бог, исследующий самое сокровенное в сердце человека. Я открою незамедлительно, кто истинный, а кто ложный. Не тревожьтесь. Все действует согласно моему времени. Кто искренне хочет меня, а кто нет, я вам скажу поочередно. Просто вдоволь ешьте, пейте и приближайтесь ко мне, когда приходите в мое присутствие, и я выполню свою работу сам. Не особо беспокойтесь о быстрых результатах. Моя работа не такая, чтобы ее можно было осуществить за один раз. В ней есть мои шаги и моя мудрость, и поэтому моя мудрость может быть явлена. Я позволю вам увидеть, что осуществляется моими руками: наказание зла и вознаграждение добра. Я определенно не отдаю никому предпочтения. Я буду искренне любить тех, кто искренне любит меня, и мой гнев навсегда пребудет с теми, в ком нет искренней любви ко мне, чтобы они могли навечно помнить, что я есть истинный Бог, тот Бог, который исследует самое сокровенное в сердце человека. Не поступай одним образом перед лицом людей, но иным образом за их спиной. Я ясно вижу все, что ты делаешь, и хотя ты можешь одурачить других, ты не можешь одурачить меня. Я все это ясно вижу. Тебе ничего невозможно скрыть. Все в моих руках. Не считай себя чересчур умным, умудряясь осуществлять все свои пустячные расчеты для своей выгоды. Я говорю тебе, сколько бы планов человек ни вынашивал, хоть тысячи или десятки тысяч, в конце концов они не смогут избежать длани моей руки. Все сущее и все предметы управляются моими руками, не говоря уже об одном человеке. Не пытайся уклониться от меня или укрыться. Не пытайся подольщаться или утаивать. Неужели ты еще не видишь, что мой славный лик, мой гнев и мой суд всенародно явлены? Я буду судить незамедлительно и немилосердно всех тех, кто не хочет меня искренне. Моя жалость подошла к концу. Ее больше не осталось. Более не будьте лицемерами и остановитесь на своих необузданных и бездумных путях. Сын мой, береги себя. Проводи больше времени в моем присутствии, и я позабочусь о тебе. Не бойся. Обнажи мой обоюдоострый меч. Сражайся с сатаной до самого конца согласно моей воле. Я защищу тебя. Не тревожься. Все скрытое будет открыто и явлено. Я есть солнце, дающее свет, безжалостно озаряющее всю тьму. Мой суд снизошел во всей своей полноте. Церковь – поле боя. Вам следует всем приготовиться и всецело посвятить себя последней решающей битве. Я непременно буду защищать вас, чтобы вы могли вести успешное, победоносное сражение за меня. Будьте осторожны. Ныне сердца людей лукавы и непредсказуемы, и они вовсе никак не могут завоевать доверие других людей. Только я всецело за вас. Во мне нет лукавства.
Просто полагайтесь на меня. Мои сыны непременно будут победоносными в последней решающей битве, а сатана обязательно выйдет на смертный бой. Не страшись. Я твоя сила. Я твое все. Не обдумывай все без конца. Ты не можешь предаваться столь многим мыслям. Я сказал ранее, что более не буду влачить вас по стезе, ибо время слишком подгоняет. У меня нет больше времени держать вас за ухо и предостерегать вас на каждом шагу. Это невозможно. Просто закончите свои приготовления к битве. Я беру полную ответственность за тебя. Все сущее находится в моих руках. Это сражение насмерть, и одна из воюющих сторон обязательно погибнет. Но ты должен ясно осознавать вот что. Я всегда победоносный и непобедимый, и сатана непременно погибнет. Таковы мой подход, моя работа, моя воля и мой план. Свершилось. Все свершилось. Не будь малодушным и боязливым. Я с тобой, и ты со мной будем царями во веки веков. Мои слова, однажды произнесенные, никогда не изменятся, и события вскоре найдут на вас. Будьте начеку. Вам следует тщательно обдумывать каждую строчку. Более не будьте в неопределенности относительно моих слов. Вы должны ясно их понимать. Вы обязаны помнить. Проводите как можно больше времени в моем присутствии.